Нестареющие ценности. На поле брони только мужчины. Кольчуга, щит и меч в руке. Смотрите в 5-й серии нового сезона Бруталити. Позвеним мечами. И с Кристин Синаи. Историческое фехтование и кендо. Ратные забавы 21 века. Наверное, всякий мужчина испытывает особые чувства, когда берет в руку холодное оружие. Тем более, когда это меч. Кто не мечтал об этом, признайтесь. Пускай все это лишь копия, реконструкция, некая относительно упрощенная имитация смертоносного орудия ближнего боя. Согласитесь, в такие моменты в тебе просыпаются первобытные инстинкты. То, что воспитывало и закаляло характер настоящих воинов веками. Задолго до изобретения огнестрельного оружия. Сегодня попытаемся хоть немного погрузиться в эту атмосферу. Круто! Надеваем шанель. Как будем подсвечивать? Это защита? Это поддоспешник. Стеганая фуфайка для того, чтобы быть одетой под металлический лад. Для того, чтобы гасить инерцию удара. Чтобы металлом по голому телу не прилетало. Вот нужно привязать его сюда, на ближние дырки к плечу, к голове, к шее. Плотно подтянуть туда и завязать на пару узелков. Наш брутальный видеооператор Александр Лысак не упустил возможности ненадолго почувствовать себя в шкуре корреспондента. Ну, как говорится, это мы с Саней, не щадя себя, снова вступаем, как говорится, в бой неравный. Вот. Даже в таких тяжелых доспехах шлем весит около, получается, 7 кг. Ну и я 90. Итого 97. Сейчас фотою себя. Что, Сань, скажешь? И все же не рискнул в полной мере погрузиться в атмосферу предстоящей сечи стенка на стенку. Сань, там горят вас. Захарик, помоги. На первый перестегни, а то он повыше немножко юркнул. Коротка кольчужка. Сань, что, проверим на крепкость? Ну как? Понятно, почему рыцари были господины, что у них слуги должны быть. У опытных бойцов экипировка занимает куда меньше времени. Может, даже немножко потуже. На пояснице. Кроссовки главное. Расскажите про ваш комплект. Мой комплект – это усредненная Западная Европа, примерно начало 14 века, первая половина. Хотя, в частности, вот основа доспеха – это корпус. Но она может быть чуть-чуть древнее, потому что, грубо говоря, в том слое, где его нашли, он был уже изрядно древним для этого времени. Называется это бригантинный доспех. Вот это такое крепление называется шинно-бригантное. Вот это и вот это вот. То, что у меня на голенях. Вот, соответственно, есть шлем. Ребят, побольше наручей. Шлем называется «Бацинет». Забрало шлема. Оно сделано для спортивных поединков, оно абсолютно неправильное. Ну, а сама форма, как бы, она соответствует примерно тому, что должно быть. Надеть шлем корреспонденту Александру Зайкову удалось никак не с первой попытки. Что, большая? Маленькая. У Саши голова большая, получается. И вот, наконец, дружина готова к бою. Далее нашу съемочную группу ждало самое интересное. Но об этом во второй части программы. А сейчас об оружии, которое всегда при тебе. Технику эффективного удара ногой разберем вместе с экспертом. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Подберезко, третий дан кёкушинкай. Сегодня с вами поговорим об ударе, очень известном, одном из основных ударов в карате. Йокогери. Конкретно Йокогери чудом. Удар незаслуженно мало отрабатывают во многих спортивных единоборствах, хотя удар очень жесткий и при надлежащей отработке может быть эффективен. Например, такой известный боец кёкушин, как Масаёши Тагаку, чемпион Японии в абсолютном весе, очень эффективно применяет этот удар именно на уровне чудом. Вот такой вариант мы сейчас с вами продемонстрируем. Руки можно поднять сразу в боевое положение.
началом удара является собирание позиции в стойку цуру ашидачи. Вы собираетесь в комочек вокруг центра силы, вокруг вашего таза. Голень подтянута, бедро подтянуто. Далее представьте, что сбоку от вас стоит стол, и вы выводите голень над крышкой стола. Голень нужно вывести так, чтобы пятка была с плоскостью спины на одной линии. Далее выпрямляем ногу, положение стопы сакута и плоскость сохраняем. Забираем обязательно в цуру ашидачи над столом и опускаем уверенно вниз. Представьте, что вы стоите в ведре. В ведре, то есть ногу из ведра вытаскиваете, делаете удар, забираете и ставите в ведро. Очень важный момент, какие бывают ошибки. То есть пятка не находится в одной плоскости со спиной. То есть удар наносят немножко вперед. Если вы стоите сразу вот на такой дистанции, это неправильно, потому что в реальной жизни на этой дистанции уже идет обмен. Обмен и действуют совсем другие принципы. Либо идет работа в захват сразу же. Вот. Поэтому, чтобы исполнить технику, о которой мы говорим, вы должны стоять на дистанции безопасности, когда вы друг друга достать не можете. Чтобы я ударил своего противника, мне нужно подойти. Чтобы он ударил меня, ему тоже нужно подойти. Вот с этой дистанции вы можете эффективно применить тот прием, о котором мы говорим. Итак, партнер медленно делает вход и удар гиакуцуки. Вы выходите из коридора, в котором вы находились вместе с ним, одновременно с контролем руки. Это не сколько блок, поскольку удар идет прямо, а контроль. Еще раз давайте сделаем это движение. Эч. Положение ног здесь. Хайсок удач. Стопы вместе. Ножки слегка согнуты, позиция собрана. Отсюда вы делаете то, что мы с вами разобрали несколько раньше. Цура ашидачи и удар сакуто в область печени. Ос. Теперь чуть-чуть побыстрее сделаем. Эч. Еще чуть-чуть побыстрее. Эч. И еще. Эч. Прихват руки в реальной боевой ситуации оправдан. Тренируйтесь, совершенствуйте себя. Никогда не останавливайтесь, не сдавайтесь. Увидимся в бруталите. Кто такой сэр Джон и чем он опасен? И как опыт занятий боевыми единоборствами может пригодиться в историческом фехтовании и поединках реконструкторов? Смотрите во второй части программы. Тяжесть кольчуги и взгляда из-под забрала ощутила съемочная группа «Бруталити». Продолжаем рассказ о ратных забавах 21 века. На самом деле, средневековое фехтование интересно именно сверхнагрузками, потому что к нам приходят достаточно часто спортсмены, которые чего-то добились, именно сверхнагрузками. То есть ты делаешь многое, что делаешь в других видах спорта,
но при этом получается на тебе от 20 до 60 килограмм железа в это время. Но именно поэтому все тренировки проходят именно вот как вы были у нас в зале, на облегченке, без железа. У нас нет никаких тренировок в железе. Поскольку в свое время, когда это еще не было спортом, когда это было любимым увлечением, многие там любили там бегать, там тренироваться, отжиматься, там, допустим, в кольчуге, и это очень сильно бьет по здоровью. То есть сейчас такого ничего нету. Сейчас доспехи одевают бойцы только на бой. Ну, как-то нашел себя. Во-первых, мне нравилось ощущение боя. То есть я первый раз, когда одел железо, я попал сразу на дядю Женю и товарища в первой сходке в Бугурте вбежал. Это был мой самый короткий бой. Твой натрий, давай. А вот и тот самый дядя Женя, Евгений Пусев. Один из старейших и опытнейших бойцов в регионе. Легендарный рыцарь сэр Джон. Увлечению историческим фехтованием и реконструкцией когда-то предшествовали занятия восточными единоборствами и кикбоксингом. Мне именно нравится сам бой, то есть. Где ты забываешь обо всем, то есть о каких-то суеты жизни, то есть трудности всяческие, вот эти вот проблемы. То есть все равно, даже одев, допустим, костюм, многие, вот я костюм шью, мне вот я там отдыхаю, там, все равно ты не отдыхаешь, все равно ты в голове там то, что там нужно там завтра на работу идти или что-то еще там, то есть где-то там в садик сходить. Вот. А здесь вот именно в самом бой, ты об этом совершенно не думаешь ни о чем, думаешь только об этом, только о бой, то есть он длится, допустим, там 2 минуты, там 15 секунд, может где-то ты в этом ощутишь именно действительно дух воина, поймаешь вот это чувство, короче, когда вот ничего тебе больше не надо, только вот, то есть вот этот вот кусочек, может быть, адреналина вот этого, которого, вот, в принципе, может, поэтому я и занимаюсь еще до сих пор этим. Атака! Знаете, это в крови. Я этим, то есть, увлекаюсь уже как бы с 12 лет, достаточно давно, именно рыцарством. Пришел в реконструкцию совсем недавно, как бы, третий год занимаюсь. Ну, не пожалел абсолютно. Шел к этому долго и в итоге пришел. Это как бы в крови у каждого, кто этим занимается. Это интересно. Ты живешь той историей, то есть той эпохой. Чувствуешь себя воином, то есть на все 100. Мне интересно почувствовать на себе вот то, что чувствовали наши предки. Ну и к тому же это развивает не только физически, но и все-таки как-то морально, потому что надо иметь определенную смелость, чтобы выйти против человека, который тяжелее тебя и больше. У нас же на стенках нету весовых категорий. Спорт люблю. Люблю историю сам по себе. Ну и особые совершенно ощущения, когда ты после боя снимаешь себя шлем, снимаешь себе доспех. Это полное чувство обновления. И когда ты вышел из этого всего без травм, ты понимаешь, что ты живешь. Что вы получаете вот от всего этого? В первую очередь это адреналин. Вторую – это физическая подготовка. В третью – это эстетическое удовольствие. Иногда погрузиться где-то в глубину, понять, насколько мы действительно сильно слабы тех людей, которые были несколько, несколько веков назад. Вот. Ну и здесь люди хорошие. Тогда война была контактная полная. Тогда вот непосредственно ты вот с противника сшибаешься и дерешься с ним, или ты его, или он тебя. А сейчас же на расстоянии, кто кого там, не высовываться для снайперов, там главное, чтобы вот не попадаться под пули. А тогда все вот прямо вот сходишься, или ты его, или он тебя. Вот да, конечно, вот, смелости, отваги. Не бояться, хотя все равно все боялись, все люди живые, все боятся. Но чтобы преодолевать себя свой этот мандраж. Пришло время и нашему корреспонденту Александру Зайкову сменить микрофон в руке на меч. Смотри, вот ты сейчас в стенке с легкими ребятами. Напротив, тебе проще всего будет брать Серегу, это вот который пониже большой. Угу. Он у нас самый высоковозрастный боец вообще в Омске. То есть с ним у тебя есть шансы потанцевать, а от остальных крой голову. Потому что на дядю Женю тебе лучше сейчас не вылетать. Но от кармы, как говорят, не убежишь. И в финале схватки корреспондент Бруталити как раз и оказался один на один с тем самым дядей Женей, сэром Джоном. Оружие к бою! Готовы! 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 Давай, давай, давай!
голове не особо больно получает, а когда прилетает по корпусу, ощутимо весьма. Ну не то чтобы больно, но все равно как бы неприятное ощущение. Иван, что скажешь, пойдет парень? Да очень даже. Лучшая кардионагрузка. Место мужчины на поле боя. Отвлечься от всего, окунуться в тыл сражения, где нет места двуличию или лицемерию, а есть лишь ты и твой соперник, которого необходимо одолеть. Чаще этот соперник перед тобой, а иногда этот соперник ты сам. Поле боя может быть разным, амуниция и экипировка могут различаться. Но главное не в этом. Самое важное внутри. Сердце воина, что стучит в груди и журналиста, и боксера, и рыцаря. Есть ты. Есть твой щит, есть твой меч, есть твои товарищи, есть твои враги. Все. Мир сходится к тому, что ты бьешь, тебя бьют. У нас есть чувство того, что живешь. Кендо. Путь меча. Продолжение. Самурайские традиции. Воспитание отцов и детей. В заключительной части программы. Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Путь меча, энергия души и тела в одном взмахе и ударе. Мы продолжаем постигать психологию нестареющей веками воинской истины. Бруталити вновь обратилась к кендзюцу, боевому искусству самураев с тысячелетней историей, актуальному и в 21 веке. На что только не пойдешь ради любви к искусству. Такого еще не было, да? Экипировка для занятий кендо весит больше 10 килограммов. Конечно, легче, чем реплика исторического доспеха. В крепкой стали и железе нет нужды. Удар бамбуковым синаем подобен щелчку хлыста. Стремительный и выверенный до доли секунды и сантиметра. Все, головой только неудобно крутить. Так все вроде нормально. Затерялись в толпе. Чувствую себя японским керосином. Духовная культура – важная составляющая любого боевого искусства. Медитация помогает настроиться на практику. Окимен! Хват мяча! Правая рука под субой, левая под правой рукой. Легко и свободно. Перемещаемся в окуясе. Сдерживать эмоции, но не энергию. Пожалуй, одно из главных правил, что в рукопашной схватке, что в поединке на мячах. Удар сразу по-другому, потому что выходит энергия, выходит настрой, поэтому кричать – это очень важно. Сперва люди начинают кричать голосовыми связками, потому что не умеют включать диафрагму. Потом начинает включаться диафрагма, и уже получается совсем по-другому. То есть это ритм, это, собственно, как бы психологическое, получается, равновесие? Обязательно. И... То есть здесь без психологии тоже никак. Бывает, за тренировку так наорешься, что, блин, потом... В такой гармонии пребываешь. Уходим в эту сторону. Бьем сюда, печень. Еще раз. Хорошо. Никуда не наклоняемся, спина прямая. Еще раз.
Бьем, 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 да. Мэн надо бить. Еще раз. Да. Никита, мэн надо бить. Не просто, мы стоим. Вот мы стоим. Делаем. Сумасшедшие люди. Вот к этим упражнениям нужно переходить, когда уже месяц поработал базовые перемещения, базовые удары. Ну, Саша у нас второй раз, Никита первый. Поэтому получается очень хорошо. Ну, ребята спортивные, подготовленные, поэтому база есть. Поэтому справляются с поставленной задачей. Заниматься кендо стремятся многие. Кому нравятся мечи и холодное оружие, кто увлекается историей средневековья. Кого-то привлекает экзотика и японская традиционная культура. Приходит, кто-то остается, кто вот понимает, что меч – это не оружие, а это именно средство постижения, воспитания самого себя. Вот когда я это понял, наверное, года через 4 занятий кендо. Потому что я, ну, какой внутренний стиль? Да здесь же все внешность, прикольно, здесь лупишься, ништяк, классно, техника, соревнования. Только потом начинаешь, чем быстрее ты это понимаешь, тем потом интереснее начинает развиваться и получаться кендо. Когда ты занимаешься не для побед на соревнованиях, а именно занимаешься, вот все кендо направляешь внутрь себя. Кстати, сын Сергея, Никита, который ассистирует отцу во время съемки этой программы, призер чемпионата Европы по кендо. Почему я ребятам обязательно рекомендую участвовать в CIA? Это соревновательные бои. Потому что можно тренироваться, как бы там красиво бить партнера, но когда ты приходишь в площадку, и когда в площадке только ты и твой соперник, включается еще психология, психика, да, и вот сразу все вот твои слабые места, они моментально проявляются, и ты уже на следующую тренировку приходишь с большим желанием, чтобы от них избавиться. На своем первом чемпионате России, это был 2003 год, сенсей вышел и сказал, хорошо, что вот тем, кто победил, они там получили награды, да, но еще лучше тем, кто проиграл. Я тогда хоп и задумался первый раз, и чем же лучше? Ответ последовал незамедлительно. Он говорит, те, кто проиграл, они теперь знают свои слабые места, и они знают, над чем им работать. А те, кто победил, им надо это искать. Пожалуй, та ситуация, когда не будут иметь значения набранные баллы или очки, ведь речь идет о жизни и смерти. Японцы к проигрышу относятся очень философски. И в некоторых турнирах у них нет ни второго, ни третьих мест. Потому что второе место – это тебя убили последним. Остался живым только один. Это тоже вот еще одна прелесть кендо. Мы за тренировку умираем по несколько раз. Наверное, по этой причине на состязаниях по кендо противникам отводится только один раунд. Его продолжительность в зависимости от ранга соревнования может быть 3, 5 или 10 минут. Но при этом есть возможность нанести только 2, а то и вообще один удар. Ведь в реальном поединке практически любой пропущенный удар японским мечом не оставил бы никаких шансов выжить. Ну, это как настоящий меч, это четкая копия, это для ядра. Можно попробовать. И посвободнее, вот он в ручках, вот, он должен лежать в ручках. То есть не надо держаться за меч, не надо мешать ему бить, он сам бьет, как самонаводящийся. Уже по-другому, да? Уже почти правильно. Кендо, она абсолютно целеванная за меч. Также как база, так же адаптация. Как и, например, карате, навыки и умения в кендо совершенствуются с возрастом человека, когда он вкладывает в это занятие и силы, и душу. Реакция нужна, но не настолько сумасшедшая, как вам кажется. Потому что своевременность главное. И японцы выходят, сенсеи, по 60 лет, по 70, и спокойно стоят с молодыми, и им хватает их реакции, потому что они знают, когда это нужно делать. Японцы говорят, быстро – это то же самое, что и медленно, только слитно. Культура общения с мечом – важный элемент воспитания мужчины. Неоспоримое правило, да, нету права на ошибку. Оно потом накладывает отпечатки сперва на тренировки, потом на повседневную жизнь. Я и по себе заметил, вот дети, которые ходят на тренировки, что дети становятся ответственней, подходят к каждому шагу обдуманней, готовятся, как бы более становятся организованными. Эта истина, похоже, никогда не утратит своей актуальности, несмотря на сегодняшний технический прогресс.
в новой серии «Бруталити». Выходи, поговорим по-мужски. Давай два боковых пробьем. Тун-тун. Вот, еще порежь. Два боковых. Получше, но постоянно опускаешь руку. Это очень распространенно, особенно у бойцов начинающих, которые очень сильно нервничают, волнуются и немножко сбивают из своего плана действий, либо просто у них очень мало опыта. То есть они начинают вначале немножко копировать своего соперника и делать вот такие ошибки. У вас это, разминка будет борьба. Боец, тренер, авторитет, отец и друг –